Так, друзья, мы совершили одну остановочку на очень красивом мысе. Здесь у нас есть за спиной недалеко небольшой дом красивый, аильщик. Ну как красивый, но мы к нему еще подойдем, поснимаем. Здесь очень красивые кедры, скалы. Окунька вот поймал. Вода чистейшая, дно видно прям все на глубине 1-2 метра. Коряги, я думаю, тут и поймаю щуку. Вот, банка валяется на дне, консервная. Красота вообще. Блин, вот это здорово. Да, пожить бы тут недельку на этом озере. 300 рублей путевка, в принципе, недорого. Единственное, что надо почти 3 километра тащить. Будет провиант сюда. Но отдохнуть, конечно, будет здесь неплохо. Разузнаю, что как. Может быть, может быть. Не буду загадывать, но надеюсь. Смотрите, какая красота. Так. Не знаю, там, по-моему, прохода нет. Где-то здесь вокруг скал облазить придется. Потому что вот тут, если подойти поближе, мы увидим большой обрыв. Вот, и там наверняка глубина под ним будет непроходная. Только на лодке. Вон под водой окуни стаями ходят. Но не крупный окунь. Не крупный, но я видел, тут сорога есть. Да, скорее всего, тут не пройти. Придется вот там, в обход скал. Ну, тут недалеко, 100 метров пройти всего. Вот, сейчас здесь вот я надеюсь поймать щуку. Насчет таймения не уверен, что здесь таймень есть. Хотя, чем черт не шутит. Ну ладно, вон на том берегу еще один домик красивый. Ну все, друзья, давайте пока. Увидимся позже немножко. Погода изумительная.